Да, собственно, две команды играли очень хорошо, не хватило. Ну, концентрация, наверное, это стандартная вещь. То есть, как бы, именно в таком коллективе мы давно уже не играли. Там много ребят сделали паузы, поэтому, наверное, к давлению, которое оказывает ЦСКА, мы здесь не смогли это давление организовать. Но в целом я доволен ребятами и соперниками своими. Мне кажется, и матч удался. А отсутствие лидеров, оно запланировано? Да. Сколько? К следующим выходным уже вернутся все в строй? Ну, это сейчас все стратегия, да, небольшая. Разговоры с руководством. Сейчас пока даем отдохнуть, честно говоря, не думаем, а так прям глобально далеко. Но в целом игрой довольны? Да, да, да. Все, то, о чем просили, все сделали, ребята, молодцы. За счет чего смогли дожать в конце и все-таки вырвать победу на последних минуте? Ну, тут, наверное, больше последний штрафной. Ну, надеялись на Тему, конечно, что он своим ударом сможет забить. И в итоге пробил хорошо, очень удачно. И доволен командой, то, что все от начала и до последней секунды все боролись и все выложились на 100%. Поэтому, наверное, выиграли. До игры думали, что можете навязать борьбу ЦСКА, даже не то, что навязать борьбу, а даже добиться победы в основное время? Ну, конечно, мы рассчитывали, что ЦСКА будет от первого номера действовать, а мы от второго. Но ни у кого как бы не было такого, что мы выйдем и заранее проиграли. Все рассчитывали
выложиться на 100%, вот. А дальше посмотрим.